Сегодня девочки тренируются в родном зале, но так же тщательно, как перед краевыми первенством и чемпионатом. На турнире спортсмены выступали в 3 возрастных группах и 5 дисциплинах. Это соло у юношей и девушек, миксты, а также трио и группы. Победа на первенстве края дает путевку в сборную Краснодарского края. Результат был достаточно продуктивным, и 20 спортсменов в различных номинациях нашего отделения одержали победу. В нынешнем году это последний важный старт для сочинок, поэтому хоть и волновались, решили без медалей домой не возвращаться. Перед выступлением мы репетировали всякие элементы, такие как дылосал, коза, верхний угол, перевороты. И это все мы использовали на выступлениях. Мы заняли 1-е и 2-е место. 1-е по трио, 2-е по группе. Я участвую в категории 9-11 лет. По этим соревнованиям я заняла 1-е место. Было много соперников, но мне удалось их обыграть. Я делала новые элементы. Угол, также вертикальный шпагат, геликоптер, латеральное отжимание. Тренировалась, иногда даже боялась то, что не сделаю, но я очень даже хорошо выступила, я собралась и вышла хорошо. Каждый элемент оценивали 7 судей, ведь в спортивной аэробике собраны упражнения из разных видов спорта. За сочинцев болели и товарищи по команде, и случайные зрители. Отличились и старшие девочки. В этих соревнованиях я выступала с 2 программами в категории 15-17 лет. Мы выступали в номинации тройки 15-17 лет и соло 15-17 лет, в которых я заняла 1-е и 2-е место. К этим соревнованиям мы готовились очень упорно, долго, и это все не прошло даром. В нашей школе уже 6-й год работает отделение спортивной аэробики. Сейчас на данный момент занимается 216 человек и работает 5 тренеров. Несмотря на такой короткий промежуток времени существования нашего отделения, в нашей школе есть уже чемпионки и призерки краевых соревнований, всероссийских соревнований, соревнований Южного федерального округа. На краевом турнире сочинцы 8 раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Также в копилке спортсменов столько же серебряных медалей и 2 бронзы. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.